Ну, я вас догоню. Все, поехали. Километров 15. Мы же выезжаем на маршрут. Арад, Мертвое море, через Нахаль-Бакек. Очень красивые виды по дороге. Примерно 45 километров. Начинается пустыня. По этому зеленому маршруту мы едем. Погода сегодня чудесная для съемки, солнце в дымке. Так что, надеюсь, будет видно хорошо. Это сингл. Каменистый, узкий, иногда страшно. Справа пропасть. Но мы этого не боимся. А тот, кто у нас потерял велосипед, а он бежит пешком. Сейчас, он повернется боком, понял, будет где-то по этой. Мы видели, что он упал, он упал. Велосипед в порядке. Просто не первый раз. Туда вот вниз мы ехали, там вообще дорожки нет. Там... Нет, вот этот кусок поверху не было, там, помнишь, там были камни было, просто. Да, ты едешь как будто. Там... Не знаю, ли вам видно грандиозность гор. Но виды тут просто сказочные. Прикормленное место полиции, осторожно водителя, тех, кто едет на Мертвое море из Арада. Штрафуют за то, что наезжается на желтой полосе. Как правило, это делают все, поэтому очень хлебное место. И на тут не проедешь, во всяком случае нам, поэтому идем пешком. Вот ущелье Нахаля реки, видимо, Бакек, не знаю, потом посмотрим на карте, здесь будет написано. Замысловатые символы. Очень красивые места, необычные. Людей мы еще не видели. Преодоление препятствий. Переправа, переправа, берег левый. Слева пропасть, кто не видел. Ехать страшно. Не могу удержаться, чтобы это не сфотографировать. Смотри, какое место. Классно. Гриш, осторожно. Это устье. Это начало реки Айн-Бакек, видать. Такой его характер ручья, вот такой вот в ущелье. Но мы вдоль него будем ехать. Кстати, обратите внимание на видеозаписи, что маршрут прислал нам Игорь. Я поэтому пришел лично. Лично проконтролировал. Да, да, да. Что, не уклонились? Да. Расскажут там. Игорь, давай. Он по порогам так не прыгал, а? Ну вот, видишь. Так, что у технику не глядя прям. Очередное ущелье, очень красивое. Скалы побелели. Это водопад, вернее, водопад ручья Бакек. Вот такой он здесь широкий. Воды сейчас нет, конечно, после дождя, которые здесь редки. Но можно найти момент, и это будет очень красиво. Что, мы попадаем на маленький?
У нас привал. Так вот, тенистом красивом месте. Кстати, тут не так много тенистых мест по дороге. Да, да. Смотри, даже дерево. Мы приехали на эту площадку с мертвым морем. Сейчас едем на Малеяр. Очень крутой спуск. Мне придется немножко поднапрячься. Хрущеляр. Очень бакек. Очень глубокий. Все в ожидании Малеи, да? Было несколько падений, но слава богу, все обошлось. Вот он Малеяр. Сейчас мы с него спустимся. Встретили мужичка на джипе. Он, когда узнал, что мы здесь спускаемся, посмотрел, как на ней нормально. Видимо, так оно и есть. Но мы часть пройдем ногами. И в этом весь секрет. Там вот эта кучка пройти. Вот так это выглядит. Малеяр. Джипы, которые приехали сюда разворачиваться, уезжают. Это не для них. Не для этих, во всяком случае. Это для таких велосипедистов, как мы. Вот такие тут веселые камушки. Какой вид чудесный, пацаны. Закат. Обалдеть. Внизу мертвое море. Мы сейчас едем туда. Нас там ждет холодное пиво с горячей шаурмой. Иордания с той стороны горы плохо видны в тумане. А Николам лед замерзший. Я не рассмотрел, ты понял? Короче, пить было нечего. Вот он, Малеяр снизу, пожалуйста. Вот там мы были. Ты прямо чувствуешь, знаешь, как ему. Лучше отвлекается на стилус. Ну, чтобы я представил, чтобы одинаковые были, только с этой. Да, я твой загрузил. Я мой твой загрузил, я просто. Ну, мы, кстати, тащили велосипед, я думаю, что не так много. Можно сделать было под такую форму, можно было сделать пишем. А я, главное, их давно подбивал, вот по этому зеленому маршруту проехать. Видишь, они как бы все отбрыкивали.